Итак, саспенс нарастает. А вы, ребята, ставите лайки, подписывайтесь на канал. А, кстати, да, вы репосты в контакт сделали? Вы не сделали репост? Нет, все. Я не буду дальше снимать, пока репостов не будет. Все. На этом видео кончается. Да ладно, я шучу. Продолжаем. Ну, узнаем, что же там происходит наверху и зачем я нужен Карверу. Наверное, он хочет меня изнасиловать. Кто его знает? She's a strong woman. Она женщина сильная, окруженная слабыми мужчинами. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос среди них. Забирайся. Выберу ногу. You make sure you tell me the truth when you're sitting where you are. Когда тут сидишь, давай, говори правду. Ты же не хочешь в том стуле сидеть. Ты не можешь в это поверить, не то, что случилось раньше, но мне нравился Реджи. Он был парнем смешным. Он все, он, так сказать, всему просто относился. Нам такие парни нужны. Легко позволить депрессии затащить тебя в пучину в такие времена. Но он был слаб. И я не имею в виду, что просто потому что... Он руку потерял. Нет, просто у него была слабая воля и слабый характер. И у нас тут такого иметь нельзя. Учитывая то, что у нас на кону. Ты убийца, я понимаю, он заслужил смерть. Он этого не заслужил. Даже если он что-то сделал не так, он не должен был умереть. О, да, должен был. Понимаешь, Реджи, он нас подставил из-за своей некомпетенции. Убийство одного, чтобы спасти многих, это часть выживания. Это слабое, это важное решение, которое не может делать слабый человек. Поэтому сильные люди, как вы же, в безопасности, понимаешь? Ну, я хотел, чтобы он был другим, но они слабы, а мы сильны. Я не такая, как ты прав. Я бы хотел, чтобы Кенни убил тебя. Я не такая, как ты. Поэтому это наша ответственность защищать стаю, чтобы они были безопасны. Это природа, а не лидерство. Ты мне не нравишься. Да, то есть я не такая, как ты. Я вижу, я все понимаю, когда это вижу. И мы очень похожи. И на самом деле ты не понимаешь, что тебе все это нравится. Или ты не протянешь так долго. Ты поняла это еще тогда, в том доме. Ты была напугана, ты посмотрела прямо мне в глаза. Это то, что нам нужно. Чтобы пробраться, чтобы выбраться. Следующее поколение должно быть сильнее, чем предыдущее, чтобы выбраться. Есть такие, как ты, которые выросли вот так вот. Это они выросли как горе. Это орда не дает мне спать по ночам. Но мы разберемся с этим. Это ребенок Калвина, я тебе помогу. Что если он не твой? Это ребенок Калвина. Это не знание, если я не знаю, кому все это можно передать. Но про это я больше не волнуюсь. Это не твой ребенок, он Алвина. Ну, даже если бы это было правдой, теперь он мой. Хорошо, а теперь, Билл, ты там? Да, я здесь. Дверь загрузочного склада взломана. Трой ее сильно ударил. И как там дела? Рельсы погнулись, так что она не закрывается. Ну, я думаю, это как бы не срочно или типа такого. Но Стэн должен пойти и посмотреть, как там дела. Я ему скажу. Гребаный идиот. Орда идет сюда, а он сунул штуку в дверь. И отправляйся во двор. Уже время ужина. Черт возьми. Как же тяжело переводить. Потому что мы знаем, что произошло этим утром. И мы не знаем, что этот сукин сын сделает с... Каким следующим шагом будет? Блин, что он сделает следующим?
Так что хочешь позвонить в звонок к ужину, чтобы орда ходящих пришла? Это лучше? Потому что это место будет хаосом, когда все произойдет. Никто не будет за это платить. А то есть на нас никто не обратит внимания. И тогда мы сбежим. Это наш момент. Нам нужно просто понять, как их привлечь. И твой друг хочет, чтобы нас убили мертвецы до того, как ты сделаешь билд. Что с тобой? Я так тебя поняла. Ты знаешь, что это не то, что имеет в виду, но это звучит довольно опасно. Да все это дерьмо опасно. У Люка есть план. Звук привлечет ходячих. Это звук. Кенни, не говори со мной так. Звук привлекает ходячих. Там была одна девочка, Молли. Она использовала колокола, чтобы контролировать их движение. Да, это правильно. Она не стала бегать по всему Крофорду. Нам нужно что-то громкое. Но если у тебя нет мегафона в кармане, думаю, что нам нужно что-то поискать. И до сих пор я жду Люка. Я глазую за то, что мы должны узнать Люка, пока он не придет и поможет нам. О, да ладно тебе. Ты знаешь о Люке? Он нас оставил, когда Трой не смотрел. Рассказал в своем плане. Говорил, что переговорил с тобой. Если Люк сможет сказать нам, что происходит с охранниками, мы сможем использовать это, чтобы выбрать хорошее время для побега. Хороший вариант. А кто знает, когда это будет? Посмотрите, у Клем все схвачено. Мы просто должны найти что-нибудь громкое, чтобы привлечь их внимание. Система PA, система оповещения, которую использует Карвер, довольно-таки громкая. И есть несколько громкоговорителей снаружи здания. И они обращены на парковку. И я их видел, когда шел с работы. Я видел эти громкоговорители, контроль... Так, управление в офисе Карвера. Трой всегда стоит рядом с ним. Я видел эти вот управления, они... Управление, оно в офисе Карвера. Она права. Все в офисе Билла. И там выключатель, который включает. Это ты откуда знаешь? Я раньше делал много оповещений. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. И я не раз их включал, они были на звуке. Это идеально, надо просто пробраться в офис. Почему ты не сказал этого раньше? Потому что тут ничего не меняет. Это не дискуссия о том, как это наделать, это дискуссия о том, глупо это или нет. Это до сих пор глупо. Разумно будет добыть радио для Люка и ждать момента. С тобой иногда довольно трудно. Нет, все нормально. Ты тоже как бы не сахар. Так, мы должны дать Люку радио. Можем сделать и то. Мне кажется, это лучший вариант. Выбираю... Черт, где мышка? Что-то мышь потерял. Люк не в состоянии нам помочь. Ты хочешь поместить нашу судьбу в руки того парня? Этого не будет. Почему мы не можем сделать и то? Если мы привлечем орду, это будет поможет Люку предупредить нас, откуда они идут. Знаешь что, хорошо. Я с этим согласиться могу. Хорошо, берем, находим того чуваку радио. Он нам говорит о движениях орды. Идем к громкоговорителям и привлекаем их сюда. Берем оружие, стреливаемся. Не знаю, все, что можно. Будем импровизировать. Это не план. Твой план — это импровизировать. Я понял, в чем твоя проблема. Ты все не продумываешь. Ты просто хочешь пробраться через кучу зомби и просто прорваться через них, и это никогда не сработает. Вообще, я все делаю это все время. Первые слова, которые я слышу за все это время, и это какое-то сумасшедшее тупое дерьмо.
Тихо. Что ты имеешь в виду? Когда покрываетесь себе своим запахом, обтираете себя их кишками, они не смогут вас отличить от самих себя. Но я не знаю, кто тут более сумасшедший. Поверьте мне, я через Орды раньше ходил. Работает. Просто нужно быть спокойным и убедиться, что вы как следует покрыты дерьмом. Я это тоже делала. Ли это знал. Похоже, ты знаешь, о чем говоришь. Да я тоже так делала. Что? И так мы выбрались из дома Марши. Ли обмазал меня, и мы прошли насквозь, правда? Да. Неплохо ли? Ладно, чего ждем? Давай найдем тупое радио. Нам до сих пор нужно найти способ пробраться на склад. У меня есть план для этого. Давай, девчонок. Мне твоя помощь нужна. Where the hell did she come from? А она откуда вылезла? Нужно использовать лестницу. Просто заберешься туда. Потом сбрось ее оттуда, и там можно пробраться на склад. Ис, ты, скорее всего, не умрешь, не упадешь. Эта штука все время ломается. Разве что что-то изменилось. Оно много веса не выдержит. Давай, наверх. Не толкай ее, то есть не заставляй ее, Кенни. Типа сейчас или никогда. Кажется ненадежным. Надо ли мне. Она наша лучшая попытка. Серьезно, Клем. Сейчас или никогда, думаю. Это моя девочка. Нужно опустить эту веревку. Майк, хочешь помочь ей? Давай, дитё. Don't let go. Не отпускай. Держу. Вообще, здесь моментов, где мы управляем персонажами, довольно мало. Постарайся поспешить, ладно? Это, конечно же, не самые внимательные охранники в мире, но я думаю, идиота не поймают. Они нас увидят, и все, нам конец. Чё-то он возвращается. Я не могу так стоять здесь, уходи за что-то. Черт. Орда идет. We're in trouble. У нас проблемы. Так ты не поверишь, то, что произошло. Их там будет 2 или 3 тысячи. На парковке? Не, не на парковке. Я их вижу, но там мешает пыль и все такое. Так что не уверен. Ну что, насчет количества, да? А как можно быть уверенным? Окно? Надеюсь, пройдут мимо. Да, боже. Думаешь, на этот раз мы готовы? Не знаю. Думаю, Билл думает, что да. Как же он так думает? У нас в прошлый раз много чего было. Да хватит. Ну, если они повернут сюда, то, наверное, да. Да, да. Идем направо. Ну и куда еще мы можем заглянуть? Так, еще одно окно. В
Сюда можно пробраться. Тут заряжается радио, да, то, что нужно. Плохо то, что случилось с Реджи, да? Ты думаешь, Билл? Продолжай. Ну, я просто думаю, может быть, ты... Давай, говори, Хэнк. Я думаю, что... Я знал, что его как бы не пустит Билл. Нет, а ты? Я не знаю. So really, no bullshit. You think we're ready? Ну ты что, правда думаешь, мы готовы? Да, я думаю, да. По крайней мере, выдержим, но не уверен насчет наших... насчет того, что мы расширились. Меня сводит с ума, знаешь, тревожит меня. Я знаю, как ты чувствуешь себя. Я думаю, что мы должны были привыкнуть к этому. Да, странно, как мертвецы вокруг тебя ходят. Билл хочет, чтобы я починил эту дверь на склад. И что, ты уже там, да? Что там произошло? Anyway, I'm looking at it now. I don't think we have what we need. Jesus, really? We repurposed a lot of shit to get this place built. I can't say for sure if we even had the materials before we started expanding. I don't know about you, but it seems like we really shouldn't be doing this yet. Shouldn't we just wait until we need more space to make more space? You can't be smoking back here. Ты не можешь тут курить. Винс, ладно тебе. Если Билл учует даже немного дыма здесь, он взбесится. О чем ты думаешь? Знаешь что? Я просто ему скажу. Я не хочу, чтобы еще кого-то за это обвиняли. Дерьмо. Винс. Ладно тебе, Винс. Я, кстати, узнаю его. Он был с того DLC. You get him? Взяла? Okay, jump down. Хорошо, прыгай. Я тебя поймаю. Ну, он похож на нового Ли, этот парень. Ну, внешне, по крайней мере. Пора забираться в кровать. Well? Страж вернется в любой момент. Ну, они у меня. Ну что? Твои парни взволнованы, твои ребята взволнованы показать радио. You little devil. Ты маленький дьявол. Everybody stay where you are. No need drones. Ребята, сидим там, где находимся. Не привлекаем внимания. That was so cool. Это было так круто. Спасибо, Клем. I told you, you probably wouldn't die. Я же сказал, что ты, скорее всего, не умрешь. Хорошая nice работа. Это пустяки, спасибо. Я была очень довольно напугана. Вот пустяки. It was nothing. Sure it was. Конечно же. Anyway, в любом случае, get some rest. Отдохни. I thought about Duck today. Я думал сегодня о Даке. Dumb little face. О его маленьком глупом лице. First things that come to mind are. Первое, что приходит на ум, это. Always the dumb things. Те глупости, которых он, которые те глупости, которые он делал. Kid was always running in circles. Ребенок всегда бегал кругами. He just run. В каждом месте он просто бегал и не мог остановиться. Makes it harder to remember he was a good boy. И тяжело вспомнить, что он был хорошим мальчиком. Well, long day tomorrow. Завтра длинный день. One long day. Один длинный день. И, ребята, встретимся мы в следующей части. Не забывайте, ребята, ставить лайки, подписываться на канал. И... репосты ВКонтакте. Возможно, это поможет мне перестать кашлять.
На следующей серии.